Доброго времени суток, дорогие мои подписчики, подписчицы и гости моего канала Афроманго Мукбанго. Мукбанг. Ой, вот такую сейчас красоту покажу. Вот такая красота. Угадайте, что на нем. Напишите в комментариях. Так, тут, значит, рыба красная. Форель. Нет, не форель, это самое. Крабовые палочки. Нерка. Сыр копченый. Угу. Что еще? Икра мойвы. Еще. И кальмар горячего копчения. Да, кальмар горячего копчения. Да, вот это вот. И майонез. Да, и майонез. И лаваш. Да. Круглый. Угу. Лаваш, лепешка там. Она очень толстая. Написано лаваш. Да. Чай с бергамотом. Гринфилд. Мы постоянно его и пьем. Плюс 1 градус. Я же говорю, тепло на улице. Да. И солнышко еще за облаками, я видела, шла. Да, чуть-чуть. Пушки произошли на солнце. Очередная будет, значит, магнитная буря. Не знаю. Что я тебе и говорил. Раз предложение на следующем мукбанг. Ну, рыбный мукбанг. Следующий, вот когда он будет, я не знаю, сегодня или завтра. В общем, предложение.
А какое предложение, секрет? Ну просто сегодня рыбу, рыбное дело, рыбу едим, потому что сегодня рыбный день, сегодня четверг. Вот. Так что завтра можно повторить. Чего себе? Бомба управляемая. Да, вот так. Лесоповал. Про себя что? Вкусно. Я не знаю. Вкусно. Ты сам решаешь. Ага. Мы такое едим первый раз. Правильно? Угу. Где такие деньги-то? Это у кого? Шестой разряд. У меня нет шестого разряда. Чего себе, 127 годов, обалдеть. Почти что на 100%. Умный контроль какой-то будет с порядком во дворах. Тебя. Архитектор будет со снаряжением в Петербурге с помощью гири. Угу. Да, потому что другого ничего нет. Себе длительное наблюдение нейросети. Центральным, Петроградском, Василеостровском и Адмиралтейском. Ну, это центр города. А остальные будут без контроля. Потом туда что-то внедрят новенькое. Мазочный режим отменен. И маски мало кто носил. Это в этих учреждениях. Угу. Вкусная, кстати, это нерка-то. Вкусная. Что вкусная? Рыба? Да. Да, она дорогая, но она очень вкусная. Угу. Первый раз. Не очень соленая, нет? Нет, не очень соленая, нормально. Нормальная, да? Да. Ну, ладно, в следующий раз. Хорошо. Принято во внимание. Угу. На цепь, наверное, гирю посадил, и я будет отбивать, а бым-бым по льду. А где гири-то у него, в руках, что ли? Наверное. А. Это кто? Архитектор. Это архитектор? Угу. Вот, видишь, архитектор. Владимир Владимирович.
А, так у него 16 килограммов, Иря. Чего себе? Дворец Олимпия продать собирается в торгах. На торгах. Вот этот. Красивое здание, старинное. Дворец, видишь? На углу Литейную и Фурштадской улицы. За историческое здание площадью 5000 квадратов, как говорят. Они хотят получить не менее 1,1 миллиарда рублей. 18 марта состоятся торги. Заявки на участие принимаются до 15 марта. Реконструировали в 2006 году. Ну, видишь, площадка, банкеты, концерты. Это кто-то построил такой дворец. Наши цари, наверное, построили. Да, плюс 6 это когда будет-то? Когда будет, тогда и узнаешь. Сразу все раз начнет таять. Да. Бегут ручьи во все концы. Ой, что тут пишно. Журчат же ручьи. А потом все замерзнет. Неизвестно. Пока. Пока плюс. Почта. Комик. Ролан Бертон. Вот этот покрупнее сделал. А, да, я его видела где-то. Где ты видела? А я не представила, что сверху. Марусич. Киргизия. Вот так. Сейчас будем интересно смотреть после съемки. Хорошо. Очень вкусная нерка, это вообще замечательно. Войдет в коллекцию моих любимых этих самых рыб. Это какие? Кижуч, нерка, потом это сёмга, форелька, потом что еще? Морской окунь, треска. Что еще? Потом это. Кижуч. Ну это вот. Кальмар. Да, кальмар. Угу.
этим вернуть. Угу. Пушки Палисом. Угу. Это такая интересная фамилия. Угу. Угу. Военный. Военный сериал. Угу. Ну, военное время. Да? Угу. Вторая мировая, что ли? Угу, конечно. Или афганская война? Неизвестно. Угу. Обратилась к Меладзе. Угу. Ничего себе. Самоучка из Сибири. Исполнил песню Витаса. Угу. Угу. Понятно, да? Угу. На котором Масельский исполнил знаменитую песню. Я считаю, что... Спасибо. Угу, Б. Да. Еще сам по себе лаваш вкусный, поэтому... Да, конечно. Поэтому очень вкусно все. Угу. Сам по себе лаваш вкусный, да. Да. И так вкусно, и он, так... главное, свежий всегда. Ничего себе, перелом, камин получил. Угу. Режиссер советских мультфильмов умер. Приехал на плановые процедуры. Как шелк. На 88-м году. А, автором заставки. Угу. Спокойной ночи, малыши. Да. Ну вот эти спят игрушки, всякие там, угу. Одеяла и подушки. Угу.
Как будто это из пластилина выгнули, а на самом деле это нарисовано красками. Угу. Но так выглядит как бы объемно, как будто это пластилин. Угу. Здорово. Это что, так нарисовать надо мастерски. Угу. Тонкий складной телефон. Да. Можем джинсы положить. Ага. Даже джинсы не оттопыриваются. То есть он очень тоненький. Угу. Рыба отличная, вообще вкусная. Угу. Надо прочитать про нее будет. Ну сейчас прочитаем после. Да. Извиняюсь. Да, самая вкусная рыба — это нерка, кижуч, потом семга. Горбуша тоже вкусная рыба. Морской окунь тоже вкусный. Все рыбы вкусные, когда свежие. Вкусно. Да? Конечно. Почему нет? Угу. Угу. Проверь, использую красное вино. Угу. Для здоровья сердца. Угу. Этих осложнений люди умирают нафиг. Угу. Потому что охватывает весь организм. Угу. Колит-то внутримышечно, правильно? Значит, эта дрянь по всему организму пульсирует. Да. То есть не пульсирует, проникает. Угу. На все органы. Угу. Я давно об этом знаю. Просто догадалась и все. Да. Не может быть бесследно. Конечно. Тем более это новая какая-то там вакцина какая-то новая. Созданная на пеньке.
Или на складном столике. Ничего себе. Кто-то, да? Вот это да, смотри, как растет. Настоящие прям деревья. Ага. Крупнолистные. Ценное сырье. Для чего? Дальше. Ой. Дальше. Лекарственных соединений. Угу. Угу. Вот, искусственно можно выращивать. Угу. Ну, на это место надо. На одном метре дерево не будет расти. Да. Ну, так влияет музыка. Так еще смотря какая. Да, я и говорю про это. Есть же тяжелая музыка, которую вообще невозможно слушать. Психиатрия, вот, неврология, работа головного мозга и высшей нервной системы. Mm-hmm. Вот так вот. Вот, при прослушивании музыки в головном мозге активизируется специальный тип нейронов, который предсказывает, какие ноты прозвучат следующими. Угу. Mm-hmm. Исследование часа любого человека. Нейронные связи. Лечение, угу. Эпилепсия. Ну, видишь, эпилепсию лечит музыкой. Угу. Интересно. Да. А ты знаешь, что классика увеличивает надой молока у коров? Классическая музыка. О. Что там? Кто? Крошечный медведь. Откуда его обнаружили-то? Панда морская. Дальше. Вот так. Mm-hmm. Вон они. Это рыбки такие. Панда. Че себе, я думала, сухопутная панда, это морская. Смешно. Да уж. Ага. Так что медленнее ешьте. Помогает сбросить 10 килограмм. Угу. Пока мы медленно кушаем, а еда вся остынет. Угу. И потом идти подогревать.
Ой, вкуснятина какая. Вообще замечательная. Меня угостили. Ты думаешь, я что-нибудь поняла? Понятно, да? Ну, конечно, нет. Что там в Сибири? Я же не прочитала. Вкуснятина. Советуем приготовить. Дальше. 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 Сейчас. Дальше. Дальше. Все. Жесткими местами это кальмар. Да? Кальмар, говорю, жесткими местами. Ну да, потому что это вот долго лежит. Обветрился. Ты же знаешь, с сыром то же самое так происходит. Все зависит от какой толщины. Если очень толстый сыр, то он внутри будет мягкий, а снаружи будет затвердевший. Не приживется в Черном море. Ну да. Видишь, разный уровень солености. Ну, может быть, ему привезут такую воду, привезут.
Да. Понятно. Даже акула молот заплывает. Угу. Страшила такая ужас. Угу. Отвратясь мне на любви. Это точно. Пасти какая, как у крокодила все равно. До самого низа. Угу. Да. А хищные, да, они все такие. Угу. А у акулы какая пасть. Угу. Особенно у этой, которая планктоном питается. Угу. У нее пасть вообще во всю голову. Угу. Такая голова, такая пасть. Угу. Ну, потому что она захватывает свою пасть в большой объем воды. Потом это все процеживает, этот планктон. Угу. Ой, вкуснятина, да? Я не ела. Я даже не попробовала. Сейчас буду пробовать, если я не хочу. Все было вкусно, спасибо. Не разжевать. Чего это не разжевать? Да эту от кальмара эту штуку. Да. Ладненько. Все. Подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии, задаем вопросы под видео. Не забываем нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ой, все. Все, да? Ой, все. А, ай, не все. Угу.